Ну а внимание спортивных болельщиков всего мира сегодня приковано, конечно, к зимней Олимпиаде. Березняки тоже всем сердцем поддерживают наших в Пекине. Поразительно, что даже малыши не остаются в стороне. Поддержку наших спортсменов в 44-м Березняковском детском саду провели малые зимние Олимпийские игры. В течение недели дети средних, старших и подготовительных групп читали стихи о спорте, слушали гимн России, зажигали олимпийский огонь, проявляли себя в зимних видах спорта, таких как хоккей, биатлон, кёрлинг, санный спорт. Получился грандиозный, очень активный и веселый праздник на свежем воздухе. Пусть маленькая поддержка наших дошколят поможет российским спортсменам, борющимся за победу, добиться больших успехов.